динозавра. Пора выдвигаться. Миллер, хорош играть. Уничтожено. Красиво, 3-4. Кремень 6-6, это Кремень 3-4. Прием. Бронетехника уничтожена. Продолжаем движение. Вас будет 3-1. Двигайтесь к следующей точке и доложите. Вверх Кремль. Кремень 3-3. Конец связи. Кремень 3-1, ракетная батарея – ваша главная цель. Авиация готова. Принято. Кремень, ожидаем налета. Ну, разворошили долбанный улей.
Так, Миллер, подсвети цель. Кремень 3-1, мы видим ваш маркер. Авиаудар через 5 секунд. Осторожно! Ультра-3-4 и другие силы начнут немедленную повторную атаку. Имеющимся в наличии кремнем придется атаковать укрепленные позиции. Конец связи. Всем машинам начать атаку. Выбор сигнал. 3, 2, 1. Начали. Механик, полный вперед. Хорошая работа, так держать.
враг отступает. 3-3. Осторожнее, они нас заманивают. Построили засаду и расстреляли нас, как в тире.
Надо, чтобы кто-то пошел и подорвал все к херам. Я точно не пойду. Огонь и подавление! Открытие к укрытию! Марши подбиты! Марши подбиты! Танк! Это херово!
Кремень 3-4 атаковал и уничтожил машину и пехоту. Всем кремням ждать новых указаний, ничего не предпринимать. Интересно, кто происходит? Вы были заперты в банке. Ага, и нас поджимали сроки, как и сейчас. И они прибыли в город. Куда именно? Площадь там снаружи была. А у нас была бомба. Мы ждали в банке, пока к нам придут Миллер и Кремень 3. Я связался с ними, попросил сказать, когда прибудет подмога. Они сказали 3 минуты. Подойдем через 3 минуты. Поехали, люди! Готовы!
Они сейчас нужны. Мы на подходе. Здравствуйте, мистер Миллер, полагаю. Американцы со своими сувенирами. Это вашего сына? Вот тут его имя. Джонни Миллер. Надеюсь, он не слишком скучает по своей игрушке. Дети сильно привязываются к таким мелочам. Потеряв их, могут плакать целыми днями. Знаете почему? Потому что эти мелочи напоминают им о том, что они любимы. Но утрата – обязательная часть взросления, так ведь? Часть взросления – это согласие с тем, что смерть неизбежна. Неизбежна, мистер Миллер. Неизбежна. Мой отец рассказал мне об этом. Итак, вы станете героем для своих детей. Надеюсь, это вас хоть немного утешит. Амадей, идем. Позор! Вы приезжаете в нашу страну, чтобы убить нас. И все равно вы называете нас террористами, когда мы пытаемся защитить нашу страну и народ. И это та цена, которую вы платите.